Добрый день, уважаемые друзья! Добрый вечер, партнеры, коллеги! Рад вас видеть на вебинаре по партнерской программе компании Skyway Capital. Если меня слышно, видно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я вижу, у нас примерно постоянный состав по пятницам. Рад приветствовать Александра, который вместе призывает Россию и Белоруссию развиваться вместе со Skyway. Вот. Спасибо вам большое. То есть, я так понимаю, по десяткам и по плюсикам, что слышно, видно меня хорошо. Была переустановка, скажем так, системы на компьютере, значит, все в порядке. Так, коллеги, я думаю, вы следите за новостями внимательно. Скажите, есть ли среди вас те, кто еще не посмотрел новости компании Skyway о вчерашнем мероприятии, которое было показано по телевизионному каналу «Беларусь-24». Если есть люди, которые не видели, минус просто поставьте. Вот. В течение 20 с лишним минут передача «24 вопроса» на канале «Беларусь-24» Виктор Бабурин и господин Зайцев, один из начальников конструкторских бюро компании Skyway, рассказывали о технологии, разработанной Юницким, о том, что проделано, в чем отличие и так далее. Те, кто из вас еще не успел посмотреть, я вам рекомендую зайти в раздел новостей и с этим внимательно ознакомиться. Следующий вопрос. Раз уж мы имеем дело и отношение сегодняшнего вебинара к партнерской программе, скажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто не строит сеть, тот, кто не зарабатывает деньги по партнерской программе, если такие есть, единичку просто напишите. Давайте не будем про узлово, то есть я стараюсь вообще обходить информацию стороной и говорить людям о том, что только полезно. Да? Когда акцентируют внимание на чем-то, что уводит, скажем так, от истины в сторону и так далее, ну это просто занимает энергию людей, мыслительную энергию, да, кто-то из них начинает копать и потом может утонуть во всем этом бардаке. Поэтому я вам вообще, в принципе, если вы занимаетесь развитием бизнеса по партнерской программе, если вы доносите информацию тем людям, которые вас окружают, о развитии нашего проекта, говорите просто о том, что есть, да, о том хорошем, что у нас есть, о технологии Skyway, о Юницком, да, который ее разрабатывает уже на протяжении 39 лет и вводит на мировой рынок. Вот. Не надо людям говорить о том, что в принципе к делу, к нашему сегодняшнему, да, к внедрению нашей технологии, по сути, и отношения-то уже не имеет никакого. Вот. Чем меньше у людей будет лишней информации в голове, да, тем более эффективно они смогут сотрудничать с нами. Вот. Тем меньше у них может зародиться сомнений. Я не говорю, что надо что-то скрывать. Да, ту информацию, которую надо довести, ну, вот если мы касаемся, например, партнерской программы, то, конечно же, людям надо знать условия, скажем, получения дохода по партнерской программе. Если есть какие-то обязательные условия там, для роста квалификации, конечно, это надо рассказать. Вот. Поэтому никогда не нужно говорить лишнего, я считаю, да, что может людей чем-то отравить. Вот. Но и не договаривать что-то тоже будет не совсем хорошо. Так, прошла информация. Знаете, Людмила, по вопросу, что конкретно сказать человеку, если он хочет зарабатывать деньги, тут вот у нас, вы знаете, да, как бы спектр не то чтобы совсем широкий. У нас приходят те, кто хочет зарабатывать деньги потом, назовем это так, люди просто инвестируют по своей возможности, по своим сегодняшним доходам, которые у них есть, да, чтобы, скажем так, не перенапрячься, чтобы не прекратить питаться, не лишить своих родных и близких каких-то прелестей современной жизни, которые у них есть, да. Это люди, которые инвестируют там 2-3-5% от своих доходов в портфель инвестиций в группе компании Skyway Capital и в будущем будут получать доход. Это можно назвать доходом? Можно. Вот. А для тех, кто хочет зарабатывать деньги сейчас, вот как раз таки и есть партнерская программа. Партнерская программа позволяет сегодня зарабатывать денежные средства, не дожидаясь момента выхода группы компании Skyway с технологией на мировой транспортный рынок, и с теми долями компании, пакетами акций, которые вы сегодня приобретаете на международные финансовые инвестиционные рынки. Именно партнерская программа позволяет сегодня, делая простые шаги, я не могу сказать, что они легкие. Вообще что-либо делать всегда сложнее, чем не делать. Да? Сразу, скажем так, получить информацию по партнерской программе, понять, что это то, что вы раньше никогда не делали, и принять для себя решение, наверное, это очень сложно, но это, наверное, не совсем правильный подход. Потому что, с одной стороны, да, деятельность человека, сотрудничающего с любой компанией MLM, а у нас есть элемент MLM, да, она отличается от того, что мы привыкли делать каждый день. Кто-то привык вставать рано утром, ехать на работу
И все равно, если мы посмотрим, нам часто люди говорят такую вещь, вот это что, я каждый день должен делать одно и то же, доносить информацию и так далее. Но здесь есть нормальный вопрос, а что ты делаешь каждый день? Если ты работаешь где-то, неважно, учитель ты, врач, если ты только, скажем так, не художник, да, не человек, который пишет какие-то оперы, не композитор, например, и так далее, то, по сути дела, ты каждый день делаешь одни и те же вещи. У нас здесь эта вещь очень проста. Если вы разобрались в информации, делаю акцент. Вот я вам рекомендую, чтобы люди, которые приходили в вашу структуру по вашим рекомендациям, после получения информации от вас о развитии нашей компании, что она из себя представляет, о технологии, о возможности получения дохода, чтобы они в этом разобрались. Да? Как бы не гоните волну такую, что вот давай быстрые деньги, потом разберешься. Да, в мире MLM программ существовало много компаний, которые, скажем так, приходили агрессивно работать на рынок, и знакомые звонили знакомым, говорили, ты знаешь, супер возможность, все равно пока ничего не поймешь, давай такое-то количество денег, мы сейчас типа заплатим, а потом я тебе все объясню. Ну, наверное, вот таким способом делать не нужно, да, потому что люди, которые разбираются в технологии, разбираются, что она им может донести в информацию о партнерской программе, о возможности стать инвестором, о том, что в дальнейшем, скажем так, можно себя самого заложить в свой собственный рот, успешный, да, и финансово обеспеченный. Вот. И тогда пусть люди осознанно принимают решения и делают какие-то шаги. По сути дела, сегодня партнерская программа компании Skyway Capital каждому из тех, кто присутствует сегодня в комнате, вот, и из тех, кто не дошел, да, до этого момента, предлагает возможность создать международный бизнес. Вот если вы понимаете, Людмила, да, вот вы задали вопрос, то есть как же зарабатывать деньги, да? Вот. Деньги зарабатываются от чего? Как бы мы ни хотели, по большому счету, деньги приходят всегда тогда, когда есть какой-либо товарооборот, услуг либо товаров. У нас сегодня, по сути дела, мы предоставляем людям возможность стать инвестором, а в дальнейшем вот та услуга транспортная, да, либо тот товар, который есть в группе компании Skyway, товаром будет являться именно технология. Вот он будет реализовываться, и от реализации технологий в разных уголках земного шара мы как инвесторы будем получать определенный доход. Либо в виде дивидендов раз в год, да, там, которые будут начисляться от прибыли компании. Либо мы можем продать эти акции в любой момент, когда уже, скажем так, это будет возможно. Сегодня, скажем, перепродавать пока те пакеты долей компании, которые вы приобретаете, возможности нет. Это было твердое решение компании не устраивать вторичного рынка до момента выхода на международный финансовый рынок. Вот таким вот образом. Какие действия предпринимать? Это работа с информацией. С тем кругом людей, которые у вас есть. Вы знаете, ну, вам никуда не деться от этого круга, потому что вы вот прожили какое-то количество лет, да, и у вас есть какой-то круг родственников, коллег по работе, однокашников, да, если вы учились где-то, в нескольких местах, вот, соседей и так далее, и так далее. То есть в этом круге вы живете, у вас есть какой-то уровень общения с людьми, которые вас окружают. Если вы человек активный по жизни, да, если вы увидели перспективность развития технологий, если ваше мнение в кругу вашего окружения чего-то значит, очень высока вероятность, что за вами пойдут люди. Да? Но мы называем таких людей с лидерской жизненной позицией, либо лидерами. То есть люди, которые по жизни с первых дней своего, скажем так, пребывания на этой планете дорожили своим словом, да? Делали какие-то действия, которые приводили к успеху самих этих людей и помогали другим развиваться. То есть у них как бы уровень авторитета в своем окружении выше. Так вот, вернемся к нашей партнерской программе и к тому, что я сказал, да, зарабатывать деньги. То есть сегодня есть возможность принять участие в проекте, который будет приносить доход тем, кто сегодня станет участником и инвестором проекта группы компании Skyway, десятки и даже, может быть, сотни лет. То есть вам и вашим последующим поколениям. И выглядит все достаточно просто. Мимо нас с вами прошло много, скажем, различных возможностей получения дохода, много различных бизнесов, которые были созданы на этой планете, в нашей стране, даже в нашем городе, где мы живем, но это никак нас не зацепило, только с точки зрения, что мы за это платим в итоге, да? Что-то в жизнь входит, и мы это оплачиваем. Самый свежий пример и последний пример – это IT-технологии. Вот благодаря таким IT-технологиям, интернет-технологиям мы сейчас с вами общаемся, да? Но, скажем так, внедрение сервиса Мирополис никак не отразилось на состоянии нашего кошелька. Мы на этом не заработали. Внедрение каких-либо других программ, которые приносят пользу в различных направлениях жизнедеятельности человека, тоже никак на нас не отразилось. Хотя в 70-х годах, в конце, да, тот же Билл Гейтс, тот же Стив Джобс, тот же Майкл Делл, который организовал компанию Dell Computers, и много других предпринимателей, которые увидели, что сфера IT будет бурно развиваться, они обращались точно так же, как Анатолий Эдуардович Юницкий,
Ну, может быть, скажем так, они искали инвесторов более высокого уровня, потому что совсем было трудно людям тогда поверить в то, что то, что предлагает Стив Джобс, Билл Гейтс, что оно когда-то будет реализовано. Да? То есть в это было трудно поверить, особенно, например, на территории Российской Федерации или там СССР бывшего, что мы сможем вот так с вами общаться. Вы находитесь, вот я вижу, что в разных городах, вот в один из Латвии, да, у нас есть люди наверняка с восточных регионов Российской Федерации и так далее, и так далее. Для того, чтобы раньше было нужно, чтобы мы могли пообщаться с людьми, которые проживают в нашем государстве даже в другой области, нужно было заказывать на международном переговорном пункте, брать там талончик, приходить к какому-то времени, сидеть ждать, пока тебя в кабину позовут. Ну вот, те люди, которые поверили Стиву Джобсу, те люди, которые поверили Биллу Гейтсу, да, и вложили какое-то количество денежных средств, бухгалтер у Билла Гейтса, который, по-моему, на начальном этапе давал $800, она сегодня мультимиллионер. Вот они стали успешны. И такая возможность есть у нас. Мы предлагаем людям стать совладельцами технологий, которые затрагивают ту отрасль, где 90% людей от этой отрасли зависит, это транспорт. Да? И в этой отрасли крутятся громадные деньги, потому что мы знаем, что транспортных систем сегодня, которые используют перевозки людей и грузов, их 4. Вот, и это и автомобильная отрасль транспортная, да, это железнодорожные перевозки, это воздушные и морские, речные, то есть водным путем все переводится. И там крутятся триллионы долларов. То есть огромная, скажем так, денежно-емкая индустрия. И вот именно в этой индустрии мы предлагаем вам стать совладельцами технологии в перспективе, которая завладеет 30 или 50% всего мирового транспортного рынка. Это очень много. Поверьте мне, у компании Apple нет такого сегодня доли, да, в мировом рынке IT, как предполагается, доля, которая будет в транспортной отрасли у компании Skyway. И вот наш товар, который будет реализовываться, он будет в будущем. Кстати, вот это вот отличие от большинства MLM-программ, почти от всех MLM-программ, которые мы имеем. MLM-компания приходит на наш рынок с товарами и услугами. Они, скажем так, уже сформировались, есть руководство, есть люди, которые являются там членами совета директоров, да, акционеры крупные, которые получают основной доход после реализации продукции. А по маркетинг-плану выплаты идут тем, кто помогает создавать рынок остаточного потребления, и доход у этих людей тоже может быть большой, но единицы буквально и в единичных компаниях становятся в итоге, проработав довольно приличный промежуток времени, да, создав многотысячные структуры во всем мире и многомиллионные товарообороты, они становятся совладельцами компании, какого-то небольшого пакета акций, и то кому-то предлагается, скажем так, их купить эти акции, а кому-то, может быть, даются в подарок. У нас же вы сразу становитесь совладельцами технологии, вот, и по мере развития компании еще, до выхода ее с технологии на мировые транспортные рынки, да, на мировой, точнее, транспортный рынок, это будет, наверное, более правильно так сказать, вот, есть возможность заработать деньги по партнерской программе, о которой мы с вами сейчас и будем говорить. Ну, это было небольшое вступление, не знаю, понятно оно или нет. Ну, я просто передал, наверное, свое понимание, свои эмоции в отношении того, что мы имеем. Вообще, партнерскую программу, да я называю, и многие люди, которые стали успешными в мире MLM, называют инструментом, да? Инструмент, который есть у компании. Этот инструмент помогает нам привлекать инвестиции в реализацию проекта, в строительство экотехнопарка, да, который строится в Минской области. Вот. Приближает, привлечение инвестиций приближает тот самый момент, когда мы будем демонстрировать действующую городскую, а потом дальше будет и грузовую, и высокоскоростную участок дороги Skyway на территории Республики Беларусь. Вот. Поэтому вторая часть, как заинтересовать людей, чтобы они, скажем так, помимо того, что сами стали совладельцами технологии, могли нам помочь привлечь, да, как можно больше инвестиций в наш проект, это дать им возможность заработать. И вот я считаю мудрое решение руководства нашей компании Анатолия Эдуардовича Юницкого, скажем так, директоров, которые на тот момент, когда было принято решение запустить инвестирование таким способом, принять решение взять элемент MLM в эту структуру. Смотрите, у нас как бы три в одном. У нас технология, которая нужна всему миру, да, которая решит огромное количество вопросов, и строительство дорог по этой технологии там экономит огромное количество денежных средств, там, в разы и на порядке. Да, и плюс у нее огромное количество преимуществ, о которых мы говорим на презентации. У нас инвестиционный проект, потому что вы сегодня становитесь совладельцами технологии, инвестируя незначительные денежные средства, ну кто-то больше, кто-то меньше. И у нас есть еще и маркетинг-план, который вам сегодня позволяет зарабатывать. Причем для того, чтобы начать зарабатывать, и многие люди пробуют поначалу, да, далеко не все кидаются с головой в омут. У нас есть опытные сетевики, так называемые, но их единицы, по сути дела, да, которые приняли решение, увидели какую-то возможность, потому что сетевики тоже народ хороший,
перспективные, это люди, скажем так, с активной жизненной позицией, но многие из них стоят на тех позициях, которые у них уже есть. Они лидеры в своих проектах. Да, их не то, что трудно сбить, их не надо сбивать, пусть они там зарабатывают деньги, да. Но у многих из них устоявшееся мнение, что как бы так, я в своем проекте, я успешен, и мне не нужно ничего другого. Вот. Хотя фактически во всех сетевых компаниях успешных, во всех MLM-компаниях, я знаю лидеры, которые проводят обучение, стараются привлечь на крупные мероприятия и сами в офисах проводят, дают информацию о чем? О финансовой грамотности, да? О бизнесе, об инвестировании и так далее. И все люди, которые в их структуру, знают, что вот какую-то часть денежных средств необходимо откладывать, как говорит Роберт Киосаки, Бобби Шефер, на то, что будет приносить доход в будущем. Вот таким вот образом. Поэтому нужно давать информацию всем. Да, как я сказал, большого количества успешных сетевиков в нашем бизнесе сегодня нет, но тем не менее они постепенно начинают подтягиваться. Почему? Потому что технология показала то, что она есть, да, то есть компания развивается. Платформа привлечения инвестиций посредством краудинвестинга денежных средств физических лиц тоже подтвердила свою живучесть, да, и мы сегодня фактически все, что строим, это на деньги вот людей, которые разобрались в технологии, увидели перспективность ее использования, поверили Юницкому, увидели возможность получения дохода. Причин, кстати, прихода в компанию, их может быть гораздо больше. Да? Вот некоторые думают, что вот им понравилась технология, и, соответственно, вот они идут, скажем так, с этим знаменем технологии разработки Анатолия Эдуардовича Юницкого во все двери, которые есть, всех людей, которые мимо проходят, и рассказывают о технологии. Но как показывает практика, как показывает, скажем так, ну, наверное, методика работы в MLM-бизнесе, да, вот, которую используют лидеры этой структуры, миллионеры, они говорят, предлагайте людям решить их насущные вопросы и проблемы. То есть вокруг вас есть большое количество людей, у которых есть какие-то, пусть не очень большие, но все-таки мечты. Да, им надо что-то сделать, им надо что-то там исправить, им надо, наоборот, что-то приобрести и так далее, и так далее. И слушая их, слушая ежедневные, скажем так, беседы со своими родными и близкими, в конце, уходя, либо заканчивая эту беседу по телефону и так далее, вы можете сказать, ты знаешь, мы вот сейчас с тобой поговорили, я услышал, что у тебя есть такая-то проблема, ты бы хотел ее решить? Да. Я знаю как, давай с тобой там созвонимся, либо увидимся когда-то в какой-то промежуток времени. Называйте либо дату точную и так далее, и приглашайте этих людей либо на вот такие мероприятия, презентации в интернете, в онлайн формате, да, либо на живые встречи к своим лидерам, тех, которые вас зарегистрировали, либо на живые мероприятия нашей компании, которые проходят сегодня уже в большом количестве городов и стран. И, возможно, в вашем городе это уже проходит каждый день. А может быть, раз в неделю. Ну, в зависимости от того, насколько там развилась партнерская структура компании Skyway Capital. Итак, маркетинг-план, да, то есть партнерская программа. По сути дела, для того, чтобы здесь зарабатывать деньги, я скажу, наверное, вещь, которую, ну, наверное, боятся многие сетевики, потому что начинают сравнивать это с чем-то, скажем так, не совсем законным и так далее. Любой человек, зарегистрирующийся на сайте нашей компании, может стать партнером и получить уже первую квалификацию. Но сначала, после регистрации, он становится клиентом, да, и у него есть, да, по сути, две возможности. Разобраться, задать кучу вопросов и обратиться в отдел информационной поддержки, задать вопросы вам, вот, и стать инвестором, выбрать какой-либо из пакетов. Второй путь, он может, скажем так, ознакомиться с информацией, начать ждать. И есть третий путь, он разобрался в информации, пока еще по каким-либо причинам не стал инвестором, не выбрал ни один из пакетов в разделе «Инвестировать личного кабинета», но обнаружил возможность получения дохода, зашел в раздел «Инструменты партнера», у него высветился баннер, на котором написано, что данный раздел будет вам доступен только после подписания агентского договора. Нажал кнопку «Ознакомиться с договором», потом после прочтения внизу поставил галочку, что он согласен с условиями, и подписал договор. И он стал партнером. То есть, по сути дела, даже еще не проинвестировав наш проект, не вложив какой-либо суммы денег, у него появляется возможность зарабатывать доход по партнерской программе. Пусть немного, да, но тем не менее, у вас появляется возможность давать свои реферальные ссылки окружению, которое у вас есть, в повседневной деятельности, да, вашей жизнедеятельности, соседи, родные, близкие, друзья, знакомые, однокашники и так далее. Или через интернет. Для этого у нас, кстати, есть еще инструменты, да, для работы в интернете. Ну, одним из первых инструментов, конечно, является ваша реферальная ссылка. То есть договор подписали, стали партнером, начали давать реферальную ссылку. По этой реферальной ссылке кто-то будет регистрироваться. И если кто-то уже по этой реферальной ссылке зарегистрировался и купил какой-либо из пакетов, то вам идет бонусное, вам идет начисление денежное на бонусный, на акционный счет. Вплоть до четвертого уровня глубины.
То есть вы можете сами еще не успеть купить, под вами могут зарегистрироваться люди, взять какой-либо пакет, под ними могут зарегистрироваться люди и так далее. Вплоть до четвертой глубины вам будут начисляться проценты за тот товарооборот, который создает ваша команда, либо структура, так это называется в малом бизнесе. 15% от ваших личных усилий, то есть если кто-либо по вашей рекомендации зарегистрировался, выбрал для себя любой из пакетов нашей компании, приобрел его, 15% вам пойдет на бонусный счет. Половина этой суммы пойдет вам на акционный счет, потому что у нас вознаграждение с 7-го этапа развития группы компании Skyway на акционный счет начисляется в половинном размере по отношению к бонусному счету. Второй уровень, если там будут инвестиции сделаны, принесет вам 4% выплат, третий 2% и четвертый уровень 1%. Это квалификация партнера. Делаю акцент. При этом вы еще ничего не купили, а начисления вам на счета пошли. Следующая квалификация, которая уже, скажем так, требует сделать достаточно простые шаги, три простых условия. Вы станете консультантом, когда проинвестируете наш проект на сумму от $100 США, то есть это можно сделать разовым пакетом там, на 130, либо оплатить два пакета по рассрочке 50, да? Либо мелкими пакетами вы можете набрать сумму 100. Это может быть там 7 проплат по $15, да? Это может быть 3 проплаты по $30 и потом еще какая-то проплата. Это может быть разовый пакет за $130, например. Если вы сами сделали такую инвестицию, в вашем первом поколении есть не меньше двух людей, которые вас повторили, суммарный товарооборот у вас будет от $300 и выше, это третье условие, вы становитесь консультантом, это вам приносит по-прежнему 15% с первого поколения от товарооборота, да? Но второе поколение приносит 5, третье 3, четвертое 2, и у вас добавляется еще один уровень глубины. В принципе, условия драконовскими назвать невозможно, я так думаю, правильно? Далее, третья квалификация – лидер. Лидер человек – это тот, кто, как я вам говорил, имеет какую-то активную жизненную позицию, и за ним уже следуют люди. Это может быть еще не команда, не структура и так далее, но есть уже последователи, да, которые увидели, что вы можете привести людей к тому, чего они хотят. Давайте назовем кратко к успеху, а дальше каждый может понимать слово «успех» по-своему. Да? Итак, если вы проинвестировали наш проект от суммы $200 США, и в вашем первом поколении есть не меньше трех партнеров, которые сделали то же самое, и суммарный товарооборот всей вашей структуры либо команды, только учитывается первое поколение и ваши личные проплаты, да, достигает $2000, это товарооборот первого поколения вместе с вашей проплатой. Вы становитесь лидером. В этом случае у вас открывается еще один уровень глубины, шестой. У вас увеличиваются проценты со второго по пятый уровень, то есть второй 7%, третий 5%, четвертый 3% и пятый 2%. Вот, соответственно, возрастает ваш доход. Вознаграждение, как и на предыдущих квалификациях, кстати, и на всех последующих, начисляется и на бонусный счет, и половина этого вознаграждения, да, от положенных процентов, на акционный счет. Следующая квалификация, которая есть в маркетинг-плане компании Skyway Capital, это мастер. Вот мастер – это четвертая ступень карьеры в нашем бизнесе. Вы мастером сможете стать тогда, когда сами лично сделаете инвестицию в наш проект не менее чем на $1000 США, и в вашем первом поколении будет не менее трех человек, которые выросли до уровня лидера. То есть до той квалификации, о которой мы говорили минуту назад. Суммарный товарооборот первого поколения в этом случае должен быть не менее $5000 США. То есть ваша тысяча, да, люди могут эти сделать, лидеры, проплаты по 200, например, это получается 1600, и все остальные люди, которые находятся в вашем первом поколении, да, делают товарооборот необходимый, оставшийся там 3-400. Их может быть 100 человек по небольшим суммам, и в итоге у вас получается $5000 суммарного товарооборота. Если вы это делаете, вы становитесь мастером, у вас вознаграждение на первых трех уровнях точно такое же, как у лидера, но четвертый уровень вам будет приносить уже 4%, пятый 3%, шестой по-прежнему 1%. И с 7 по 9 уровень у вас открывается процент 0,5% от товарооборота, который создает ваша структура и команда. Это вознаграждение, которое получает мастер. Следующая квалификация – эксперт. Я практически на каждом мероприятии, которое у нас проходит по партнерской программе, говорю, что это когда-то была максимальная квалификация в маркетинг-плане нашей компании. Сейчас предпоследняя ступенька карьеры. Когда в вашей структуре минимум два человека выйдут на уровне мастера, да, в первом поколении, вот. Когда еще один мастер появится в вашей структуре, неважно в какой глубине от вас, но не входящий в структуру первых двух мастеров, и когда ваш личный товарооборот достигнет $5000, а суммарный ваше первое поколение достигнет $10000, вы тогда станете экспертом.
Эксперт получает уже на 1% первого поколения больше. То есть любая проплата, будь то, скажем так, новый человек, будь то человек, который был в структуре и купил какой-либо из пакетов еще, либо люди, которые оплачивают рассрочку, да, вам с этого товарооборота начисляется 16%. То есть в прошлом месяце, например, или вчера еще, да, предыдущая оплата по рассрочке составляла 15%, а когда вы стали экспертом, то следующий платеж всех тех людей, кто у вас приобретает рассрочку, будет 16%. Далее, 7, 5, 4, 3, 1% с 2 по 6, те же 0,5% с 7 по 9, и у вас открывается еще 11 уровней в глубину, откуда вам начисляется 0,2% с товарооборота, который создает ваша структура или команда. Это условия выполнения квалификации эксперт. Высший пилотаж, да, высший уровень карьеры нашей компании называется топ-эксперт. И случится это тогда, когда в вашем первом поколении будет не меньше 3 экспертов, то есть те, которые доросли до квалификации, которая у вас была до того. Ваш товарооборот личный должен быть не менее 10 тысяч долларов США и суммарный ваше первого поколения не менее 30 тысяч долларов. Если это все случится, то вы начинаете выбирать максимальный процент по маркетинг-плану нашей компании. Извините, горло промочу. Итак, первое поколение вам в этом случае будет приносить уже 17%, а не 15, не 16, как было на предыдущих квалификациях. И дополнительно к процентам, которые начисляются человеку в квалификации эксперт, у вас появляется 21 и 24 уровень, с которого вам начисляется 0,1%. То есть ваш доход еще возрастает. То есть в этом случае вы, как я понимаю, очень крупный инвестор нашего проекта. У вас очень серьезный доход будет в будущем. Почему? Потому что одно из преимуществ, да, о котором мы говорим обычно в конце, вам еще помимо того, что начисляется денежное вознаграждение, постоянно пополняется акционный счет. Акционный счет – это тот счет, на котором накапливаются деньги, и вы их можете потратить только на приобретение пакетов долей компании Skyway Capital, да, и из прайс-листа, который мы называем стандартным обычным прайс-листом. Светло, серо-зеленый фон, в зависимости от настройки вашего монитора, светится по-разному. Да? Это от 15 долларов США пакеты до 150 тысяч долларов. С дисконтом от 36 до 350. Вот. И я знаю, что многие люди строят активную партнерскую структуру, и у них на этом акционном счете накапливаются, в принципе, тысячами долларов. Да? И вот они эти тысячи долларов тратят на приобретение пакетов долей компании, соответственно, значительно увеличивая портфель инвестиций в нашем проекте. А вы знаете, да, что к 2017 году одна отдельно взятая акция нашей компании, предполагаемая цена ее, это 1 доллар США. Соответственно, вот возьмем, если мы пакет, в котором, который стоит 60 долларов, например, у него уровень доходности 100, то есть потратили 60 долларов, на выходе у вас уже, скажем так, ожидаемая сумма это 6 тысяч. Ой, правильно я сказал, да? 160, да, все верно. Итак, друзья, в принципе, то, что я вам рассказывал на слайдах, на шести квалификациях, оно отражено, вот информация отражена в данной таблице. То есть по квалификациям от партнера до топ-эксперта, уровень глубины, с которого начисляется вознаграждение, и товарооборот, который необходимо выполнять лично и суммарно с первым поколением для того, чтобы расти в квалификации. И вы видите, да, 4 уровня глубины партнер, 5 консультант, 6 лидер, 9 мастер, 20 эксперт и 24 топ-эксперта. Как вы до этого дойдете, в принципе, да, ну, вам самим решать, потому что это можно сделать быстро, это можно делать, скажем так, систематически строить бизнес, поступательно, постепенно двигаться по нашей карьерной лестнице. Как я говорю, по этой карьерной лестнице кто-то будет сбегать, кто-то будет сходить, кто-то будет вползать, да, кто-то будет ехать на эскалатор. Вот. Казалось бы, можно было остановиться на тех условиях маркетинг-плана, которые мы сейчас с вами разобрали. Но у нас есть еще дополнительный бонус, который уже действует 3 месяца и будет действовать всегда с нашим маркетинг-планом, для тех людей, кто активно развивает первое поколение, да, кто активно развивает, работает с новыми людьми, вот, кто помогает разобраться наконец-то тем, кто зарегистрировался и еще не стал инвестором, а просто на уровне клиента чистится у вас в первом поколении. Да. Это бонус, который начисляется за активную работу в первом поколении, как я вам говорю, и он достаточно простой. Временной интервал дополнительного бонуса берется по текущему месяцу, да, то есть с 1 числа до последнего числа текущего месяца. Если в вашем первом поколении происходит приобретение 5 пакетов, например, различных,
долей компании людьми, которые зарегистрированы у вас в первом поколении, то первые 4 оплачиваются в том формате, о котором мы с вами говорили, 15% от созданного товарооборота. За пятый платеж в первом поколении уже выплачивается 16%. И дополнительный транзакции идет начисление 1% за предыдущие 4 пакета. То есть получается картина, что за все 5 пакетов вам начислено по 16%. То же самое происходит дальше. Если месяц не закончился и у вас продолжает идти оплата в первом поколении, 6, 8, 9, 16%, 10 уже 17%. Это, скажем так, для квалификации мастер включительно. В скобочках вы видите 18-19, это для эксперта и для топ-экспертов. Итак, за 10 17, за предыдущие 9 еще дополнительно 1%. То есть все равно, что за каждый пакет вы получили по 17%. Далее 11, 14, 16, 19. 17%, 20% раз, за 20 пакет 18% начисляется. И 1% за все предыдущие 19 пакетов. Каждый последующий купленный пакет в вашем первом поколении в течение этого календарного месяца вам будет начисляться 18%. Какие условия получения данной квалификации? Все пакеты должны быть куплены, как вы понимаете, в течение одного календарного месяца. Один человек может купить несколько пакетов, то есть это большой плюс. Человек может купить один пакет в начале месяца, второй там в середине, третий в конце. Все три эти пакета, если он у вас зарегистрирован в первом поколении, идут в накопление по данному бонусу. Для получения этого бонуса учитываются пакеты акций, которые люди приобретают в рассрочку. Это тоже очень большой плюс. Я знаю, что у наших партнеров огромное количество людей, которые каждый месяц оплачивают какие бы то ни было рассрочки. Пакеты, как я уже говорил, могут быть куплены теми людьми, которые зарегистрировались в вашем бизнесе вот, буквально только что, да, и те, кто зарегистрировался год назад, еще ничего не покупал. Либо те люди, которые периодически что-то у вас брали и продолжают что-то брать. У нас есть те, кто ежемесячно, там, это рассрочка, а есть те, кто периодически приобретает какие-либо пакеты, потому что периодически в нашей компании бывают различные промо-акции с выгодными дисконтами и так далее. Чему я говорил ее, внимательно следите за информацией, за новостями развития нашего проекта. На данном слайде, который вы сейчас видите, разобран пример, и он корректен до квалификации мастер включительно, да, когда люди все нарисованы здесь на этом рисунке, приобретают пакет акций стоимостью $50, да, и соответственно вот здесь 22 проплаты, которые нарисованы, суммарно принесут вам $198 США от товарооборота в первом поколении $1100. Очень приличный процент, я считаю, да, и очень хорошее вознаграждение, которое можно получить с небольшого созданного товарооборота. Соответственно, если это будет не $1000, например, а 10 тысяч, да, вы получите 1980 и так далее. Итак, друзья, какие основные положения, преимущества, выгоды маркетинг-плана? Первое, то, что он накопительный с самого первого дня, с которого вы начинаете сотрудничать с нашей компанией. То есть все, что вы приобретаете сами, все, что приобретают люди вашего первого поколения, потому что вы видите, да, квалификационным считается первый уровень, оно все накапливается, не обнуляется, никуда не пропадает. Соответственно, весь этот объем постепенно вас двигает к следующей квалификации по маркетинг-плану. Вывести вы можете денежные средства с бонусного счета тогда, когда на нем накопится не менее $30 США. Условия роста вашей квалификации, я думаю, все вы догадались, да, по мере рассказа, то, что это товарооборот, который создаете вы лично и люди вашего первого поколения. Это можно назвать, скажем так, плюсом либо минусом. С одной стороны, это плюс, потому что вы будете, я думаю, внимательно следить за теми, кого вы приглашаете в этот бизнес. Да? Не просто всех подряд там переписать. Десятки тысяч людей, которые будут числиться у вас в первом поколении, никто ничего не купит. Да? В принципе, люди, которые растут в квалификациях у вас в первом поколении, покупают большие пакеты, вот это вас будет двигать по карьерной лестнице. У нас нет очень важного, скажем так, негативного момента, который присутствует в большинстве партнерских программ MLM бизнеса. У нас нет обгонов и потерь структур. Да, зачастую, когда вас кто-то догнал в каком-либо маркетинг-плане, который существует на сегодня, то вы прекращаете получать доход с той ветки, если вас кто-то догнал. Да, вот. А если обогнал, то часто случается так, что человек просто уходит навсегда к вышестоящему спонсору или под компанию, и вы никогда уже не сможете получать деньги с товарооборота, который создает эта структура. Хотя вы в него вложили там энергию, время, свои знания какие-то, да. Ну, обидная все-таки ситуация, я считаю. Хотя я знаю, что есть много людей, являющихся альтруистами, они не обижаются, просто воспитывают следующего, 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 да. У нас вас никто не может обогнать, и вы ничего не можете потерять. Вы получаете те проценты, которые соответствуют вашей квалификации с того уровня глубины, которого вы
достигли по карьерной лестнице, например, там есть, если вы партнер, 4 уровня глубины у вас всегда есть, и процент из товарооборота у вас прописан. Консультант 5, лидер 6 уровней глубины и так далее, и так далее. И не важно, что если вы лидер, а под вами будут люди квалификации мастер в первом поколении, там, да? Вот. Расстраиваться не стоит, потому что вы будете получать положенное вам вознаграждение. Минимальная сумма инвестиций, которая может вам приносить серьезный доход уже сегодня, это $15 США. Даже в этом случае вы можете зарабатывать серьезный доход, получать. У нас нет необходимости квалификацию подтверждать. То есть вы единожды стали, например, консультантом, вы никогда не станете партнером. Вот, вы можете вырасти только выше, стать лидером или мастером, вот, но вниз вы уже скатиться не можете. Мало того, существует огромное количество MLM-структур, MLM-компаний, в которых квалификация подтверждается там, раз в год, раз в полгода, раз в 3 месяца, раз в месяц. То есть людей заставляют по маркетинг-плану делать, может быть большой, может быть небольшой, но личный товарооборот, то есть каждый месяц человек должен что-то покупать, да, у него есть розничная прибыль, например, от перепродажи того, что есть. Вот. Он должен мотивировать на это свою структуру, потому что существуют обязательные объемы команды либо структуры. У нас этого нет, то есть все, что будет происходить, вы с этого будете получать положенное вознаграждение, и вас никто не будет заставлять подтверждать квалификацию. Даже в повседневной жизни, в которой мы с вами живем, в обычной, если вы где-то работаете, у вас, возможно, есть такое понятие в вашей профессии, как категория, возможно, разряд, если вот это относится к рабочим специальностям, классности у военнослужащих и много чего еще. Да, то есть чем выше уровень вашей квалификации, тем больше вам платят. И этот уровень квалификации надо подтверждать. Я знаю, вот, например, фармацевты, провизоры раз в 5 лет должны проходить там переподготовку и так далее, подтверждать свою категорию. У врачей такое существует. Я не знаю период сейчас, который времени, да, у учителей. Вот. Поэтому у нас вот этого нет, и это большой плюс. Высокий процент, который мы выплачиваем с товарооборота, который вы создаете непосредственно благодаря своей деятельности, и до 24 уровня глубины вы можете получать от 0,1 до 7% с товарооборота, который делает ваша структура. Вас никто не может ограничить по количеству тех людей, которых вы приглашаете за собой в этот бизнес. Да, если вы активно это делаете, у вас их будет больше. Вот. Если вы, скажем так, не будете терять норов и продолжать работать в поле, как это называется в малом бизнесе, да, у вас постоянно будут новые партнеры. Главное это делать, скажем, с определенной степенью разумности. Что это значит? Как правило, 3-5 максимум человек, которым вы можете помочь развивать этот бизнес, и если эти люди активны. Если их будет больше, кому-то не будет хватать вашего внимания, а у вас не будет хватать внимания вашей семье и всем остальным вопросам, которые существуют в вашей жизни. Потому что я вот говорить начал, может быть, не так давно, но тем не менее это правда. Главная идея – это бизнес, реализация транспорта. Да? Вот человек, который эту идею создал, это Анатолий Дорошенецкий. Это его идея. И в этой идее вы можете прийти, скажем так, к каким-то своим целям. То есть, используя этот нормальный, отличный, классный инструмент, вы можете в жизни добиваться того, чего вы сильно хотите. Затрачивая, начиная там 7-10 часов в неделю на развитие данного бизнеса, вы можете постепенно поступательно прийти к серьезным результатам. Не нужно затрачивать 26 часов в сутки, ходить с горящими глазами, да, доказывать своим родным и близким, что они дураки, потому что вас не поняли и так далее, и так далее, и так далее. Если вы это будете делать, то просто ваше ближайшее окружение может от вас отвернуться. А я думаю, вы пришли в наш бизнес не для того, чтобы потерять тех, кого вы сильно любите, да, потерять друзей. Хотя настоящие друзья, конечно, они не будут ни в коем случае там крутить вам пальцем у виска и так далее. Они могут не быть с вами в команде, но, скажем так, вменяемо вам объяснить, почему они это не делают, да. Вот. И настоящие друзья не будут у вас за спиной там шептаться и кому-то говорить, ты там аккуратнее, он, видно, где-то двинулся, там, что-то не то съел или не то покурил. Вот. Поэтому, скажем, MLM-бизнес действительно это проверка вас как человека, что вы значите для людей, которые вас окружают, да, и что они значат для вас. Потому что все равно в нашей жизни есть огромное количество людей, которые считаются вроде бы друзьями, но это друзья по вину и мясу, которые с удовольствием придут к вам выпить водки, которые запотело в холодильнике, пиво попить, съесть то, что у вас есть в холодильнике, да, но когда вы приглашаете их решать какие-либо серьезные вопросы, вместе деньги предлагаете заработать и так далее, вы их не можете сыскать днем с огнем. То есть вы им только это предложили, и они исчезли из вашей жизни. Мало того, еще вас начинает, как я говорю, козлить, да, то, что вы чем-то решили заняться, а не просто сидеть возле телевизора и так далее.
Но тем не менее, как я говорю, что ко всему нужно подходить разумно. И было бы грамотно, если вы, например, пригласили там 3-5 активных человек, научили их делать простые шаги, научившись сами у вышестоящих партнеров, да, помогли им научить следующих, увидели, что они могут самостоятельно плыть в этом бизнесе, взяли следующих людей, таким образом сделали с ними и так далее. То есть тогда будет нормально развиваться бизнес. Не будет обиженных, что вы кому-то не уделили время, да? Ну и не будут тех, кто могут вам высказать претензию, что вы не предлагали им научиться чему-то и так далее. Какой еще плюс? Я на нем делал акцент, то, что бонусное вознаграждение, денежное, точнее, вознаграждение начисляется вам на бонусный инвестиционный счет. И есть еще два преимущества, которых нет на слайде. Первое, то, что маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-планам, который называется маркетинг мгновенных выплат. Таких компаний единицы. Они стали появляться там буквально 3-5 лет назад. Да, как правило, это бинарные компании, вот где есть начисление, скажем так, мгновенное, вы можете, заработав денег, в этот же день эти деньги вывести. Вот у нас это реализовано. Если вы даете информацию людям, происходит там движение товарооборота, вы видите к концу дня то, что у вас на бонусном счете больше $30, эти деньги вам нужны, вы оформляете в личном кабинете заявку на вывод, и финотдел нашей компании выводит эти денежные средства на те платежные системы, которые вы указали в реквизитах. Вот. И второй очень важный момент, то, что квалификацию, если вы выполняете следующую по маркетинг-плану, она вам присваивает тоже практически мгновенно. Вам не нужно ждать месяц, как это происходит в большинстве компаний. Соответственно, если вы выполнили условия следующей квалификации в начале месяца и сделали какой-то большой товарооборот, вы получаете вознаграждение меньше, чем могли бы получить, потому что квалификацию вы получаете потом. У нас же это происходит в тот же момент, как начисление денежных средств и так далее. Это большой плюс. В тех же даже бинарных компаниях мгновенных выплат все равно вам идет начисление по той квалификации, которая у вас была в начале недели, потому что там квалификация в большинстве случаев меняется раз в неделю. То есть если вы выполнили там квалификацию какого-то там бриллианта, но выполнили там рубина, рубином вы станете через неделю. И проценты у вас будут те, которые вам положены через неделю. Ну и так далее. Вот преимущество маркетинг-плана. Сам маркетинг-план достаточно простой. Наверное, да, основное его преимущество, которое здесь не прописано, он простой, вот. Простой как мыло, да, и здесь нет ничего сложного, чтобы его понять. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите сейчас вот в привязке к маркетинг-плану данный вопрос, а я отвечу на вопрос Людмилы, где можно взять ссылку на эту конференцию. Я так понимаю, запись, да, данного вебинара. Запись вебинара вы можете найти на нашем канале в YouTube, вот, на который вы можете зайти. У нас есть Skyway Webinars канал, где записываются практически все онлайн-мероприятия, которые проводят лидеры бизнеса нашей компании. Ну, те мероприятия, которые провожу я, они попадают у нас в этот список. Поэтому туда можно прийти и посмотреть. Причем отлистать назад, посмотреть предыдущие и так далее. Какие есть еще вопросы сейчас, коллеги? Не стесняйтесь. Старайтесь следить за новостями. У нас, благо, реализована рассылка, фактически каждый день что-то отправляет на электронные адреса наших партнеров. Да, кому-то, может быть, это надоедает, кто не очень активно развивает бизнес, да? Но, тем не менее, новость, она еще является мотивационным моментом. Когда мы видим, что что-то строится, когда мы видим, что вводятся, скажем так, какие-то дополнительные сервисы, например, да, позволяющие вам проще ориентироваться в личном кабинете, когда мы добавляем там языки. Все из вас, вот напишите мне, вот есть нас не так много, сколько языков у нас в личном кабинете сегодня? Кто скажет? Цифру просто поставьте, по вашему мнению. И на сайте. Так. Ну, вижу, что первые два человека это те люди, которые следят за информацией. Да, все верно. У нас уже 4 языка. Это русский, английский, немецкий, литовский. В ближайшее время будут еще языки. То есть над этим тоже активно ведется работа каждый день. В принципе, это немалая работа. Особенно, скажем так, наверное, сложнее всего работать в разных в этом направлении в разделе новостей. Если, скажем, большинство разделов нашего сайта все-таки более-менее статично, да, и там они обновляются не так часто, то новости, конечно, это работа ежедневно, которая кипит. Хорошо, друзья, я вижу, что вопросов, в принципе, никаких не возникает. Да? Как бы никогда не люблю кого-то излишне мотивировать, перемотивировать и так далее. Одно могу сказать, что в принципе, если вы будете предпринимать какие-либо шаги, давать информацию своему окружению, кто-то чаще, кто-то реже. Да?
и будет происходить какой-то товарооборот, вы будете за это вознаграждены. Один важный момент, да, о котором я говорю на вебинарах по средам по личному кабинету, скажу сейчас. Чтобы получать все вот эти проценты, недостаточно быть зарегистрированным человеком, быть клиентом. Обязательно надо зайти в раздел «Инструменты партнера» и подписать агентский договор. Тогда вы будете партнером. Тогда мимо вас не будут проходить деньги. Смотрите, если ваш вопрос, Тамара, касается непосредственно выписки из реестра на те пакеты, которые вы купили в компании Skyway Capital, то все достаточно просто. Вы заходите в раздел «Мои сертификаты». Да? Если у вас были куплены пакеты, подписан был договор, оформлен, да, куда вы закачали, скажем так, свои паспортные данные и либо страницу прописки, либо документ, который подтверждает, что вы реально проживаете по тому адресу, который указали при оформлении анкеты, то у вас появляется возможность, первое, заказать бумажный сертификат от компании, которую вы написали, Eurasian Rail Skyway Holding, да, вот. А чуть выше, если вы посмотрите справа в углу, синеньким выделено, выписка написана. Это происходит после того, как данные у вас переданы в реестр, основного реестра держателя. Вот, до тех пор, пока данные не переданы нашей компании, у вас нет возможности заказать бумажный сертификат, а нет выписки. Вот, как только вы данные у вас передали, в личном кабинете появляется этот сервис, и вы нажимаете просто на выписку, и у вас тут же происходит скачивание выписки из реестра на те акции, которыми вы владеете. То есть, ну, на те, которые куплены именно в компании Skyway Capital. Я думаю, вы меня поняли, да? То есть сначала обязательство перед вами несет компания Skyway Capital, потом данные о вас она передает туда, аннулируется сертификат, который какое-то время у вас был от компании Skyway Capital, и потом вы можете заказать себе бумажный. Нет, выписка бесплатная, а вот бумажный сертификат стоит $10. Нажимая, скажем так, заказать бумажный сертификат, вы перейдете на страницу, где нужно заполнить данные почтового, скажем так, отделения, на которое вам нужно отправить этот сертификат, вот, и оплатить $10. Если у вас есть $10, например, там на бонусном счете, либо на основном, вы прям сразу это оплачиваете, и через какое-то время сертификат оформится в отделе, в службе реестра, да, и вам на ваш почтовый адрес будет выслан. Вот такие дела. Какие еще есть вопросы, коллеги? Сегодня у нас пятница. Суббота, воскресенье будет жара июльская, да, возможно, захочется отдыхать, но если будете отдыхать, то отдыхайте по полной, в каком смысле? Позвольте себе, если вы приняли решение отдохнуть, отдохнуть. Вот. Делая что-то, делай именно это, да, а не рвать себя изнутри, не мучить там себя, скажем так, вопросами, вот я сейчас отдыхаю, там купаюсь, либо что-то еще, а мог бы делать вот это, наверное, делать не нужно. Вы изорвете свое сердце в клочья тогда, да. Если вы примете решение донести информацию своему окружению о нашем проекте, соответственно, ну, уделите этому какое-то время. Сегодня вечером еще будет вебинар Григория Мирошниченко, да, который будет рассказывать о способах, методах создания, построения бизнес-структур по маркетинг-плану, по партнерской программе компании Skyway Capital. Вот. Ну и сегодня у нас формируется расписание вебинаров и офлайн-мероприятий, которые будут проходить на следующей неделе. Если вы хотите посмотреть точные адреса и время начала офлайн-мероприятий, да, список которых, как правило, размещается на сайте Skyway Capital, то нужно будет заглянуть на сайт unitsky.com. Я думаю, многие знают, да, сайт инженера Юницкого. Вот. И там в разделе расписания, в разделе новостей на следующей неделе появится расписание. Мероприятий. Сейчас, в принципе, я могу даже ссылочку на этот сайт сбросить, просто на его страницу. Заходите иногда на эти страницы, да, там выкладывается информация. Даже порой та, которой нет новостей на сайте Skyway Capital и так далее. То есть там какие-то данные по технологии, поднимаются материалы, которые, например, были разработаны там 5, 7, 10 лет назад, да, то есть история развития струнных технологий. Поэтому не ленитесь туда заглядывать и расширять свой кругозор о струнных технологиях. У меня же, в принципе, на этом все. Если больше вопросов нет, да, то рад вас был видеть сегодня. Немного собирается людей по пятницам. Опять же, не буду никого ни уговаривать, ни мотивировать. В принципе, данные вебинары, по большому счету, они созданы для того, чтобы
поддержать наших партнеров, да, донести информацию до тех, кто у них, например, недавно зарегистрировался, чтобы они разбирались в том, за что им платятся какие-то деньги и так далее, и так далее. Надо вам это использовать? Используйте. Вот. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Всем отличной пятницы и предстоящих выходных дней, отличного настроения, здоровья, любви, денег.